Вся история, вся последняя история с Алексеем Навальным – это история беззакония и мужества. И беззаконие это продолжается, оно нарастает, оно становится демонстративным и совершенно бесстыжим, и уже опасным для жизни. Алексей поставил на кон свою судьбу, сегодня он уже рискует своей жизнью. То, что происходит уже в самой колонии, это образец совершеннейшей государственной катастрофы, потому что это, в общем, по марке Сухроника объявлена смерть. Это убийство. Это убийство, которое совершается на наших глазах. И я хочу сказать, что, конечно, Путин Путиным, но у людей, которые совершают эти убийства, есть имена и должность. Те люди, которые сегодня мучают Алексея, не дают ему спать, не допускают к нему врачей, это убийцы, и их имена и будут известны помимо имени Путина. Это персональная, страшная уголовная ответственность. То, что сегодня происходит, это уголовное преступление, у которого есть имена и фамилии. Мы требуем допустить к Алексею Навальному врачей. Мы требуем прекратить его пытки в колонии. А то, что происходит сегодня, это пытки. Мы должны не стесняться возвышать свой голос, напоминать об этом. Это не должно замыливаться. Они пытаются замылить это. Они вбрасывают все время новые повестки. Мы не должны позволить им это сделать. Каждый день мы должны требовать прекращения пыток Алексея Навального. И, конечно, его свободы. Но сейчас речь идет просто о том, чтобы сохранить ему жизнь. Свободу и жизнь Алексею Навальному.